новые поэзии. Но мы сегодня вот присутствуем при этом действии, где как раз вот какой-то цикл, как приходит весна, приходит осень, и все возобновляется. Большое спасибо, я с большим почтением тебя отношусь. Я считаю, что ты талантливый человек, и я хочу пожелать тебе, чтобы... Ну, не уходить в эгоизм, понимаете? Да, потому что поэт живет в своем собственном времени. Каждый поэт это своя лексика, это свой стиль. Так что каждый поэт создает свое время. Так что все нормально. Да. আর একটা তুমি যাচ্ছি যদি জিনিস কিনে দাম নেওয়া যাবে তোমার সব ঠিক আছে
আগে পাওয়া যাবে সর্বশেষ দাদা Thank you.
Thank you.